При помощи вашей мультиварки можно приготовить замечательную фасолевую кашу с перловой крупой, говядиной и овощами. Блюдо получается очень насыщенным и сытным, прекрасно подойдет на обед или ужин. Приготовим фасолевую кашу в мультиварке в домашних условиях. В первую очередь обжариваем в мультиварке говядину, затем добавляем лук и морковь, а через 5 минут – томатную пасту, кладем фасоль и перловую кашу, переводим мультиварку в режим тушения на 3 часа. В конце, за 30 минут до готовности, добавьте зелень и сметану. Удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В чашу мультиварки вливаем растительное масло, выставляем программу экспресс-режим, кладем порезанную говядину, перец и соль, обжариваем мясо. Добавьте измельченный лук и морковь, обжарьте до прозрачности лука. Кладем томатную пасту, тушим еще 5 минут. Теперь добавьте фасоль и перловку, влейте воды, чтобы она слегка покрывала содержимое чаши, переводим мультиварку в режим тушения на 3 часа. Жду ваших лайков и комментариев. За полчаса до конца добавляем измельченную зелень и сметану, перемешиваем. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Фасоль, 100 грамм, предварительно замочить в холодной воде. Перловая крупа, 200 грамм. Говядина, 300 грамм. Сметана, 2 столовые ложки. Томатная паста, 1 столовая ложка. Зелень, 1 штука, пучок. Соль и перец, по вкусу. Перец чили, 1 чайная ложка. Масло растительное, 3 столовые ложки. Морковь, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем добра, заходите еще.